Какой отель классный. Нравится нам плиточка эта. Так, это дабл чек. Я на самом деле люблю в поездках все развешивать. Вот. Тут еще, знаете, классная подсветка. Вот идея для гардеробной. Потому что подсвечивается так очень мило выглядит. Это я взяла, значит, с собой жакет с топом. Такой более вечерний выход в ресторан. Ну, белый жакет, я думаю, вы его все видели. И это, собственно говоря, худи розовая от Кос. И две футболки от Кос. Это то, что мне Кос... Sail USA переслали очень оперативно, дня за 4, наверное, даже меньше, мне кажется, раз, и у меня уже, грубо говоря, все было, все, что хотелось. Это я на вещи. Он меня любит, рубашки такие всякие, футболочка. О. Это все, что я с собой взяла из косметики. Why? Тон Шарлотта Тилбери. Пудра моя, которую уже сто лет в обед в миниатюре ты вожу. Но там, на самом деле, другая пудра. Там пудра Fenty Beauty, но просто некуда было положить. Hourglass пудра тоже. Я с помощью нее подсвечиваю под глазами. Консилер, кисти, средства для бровей. Взяла вот такой еще High Bean от Benefit. Вроде неплохой он. Я вот сто лет назад им пользовалась. Но он так как светловат для кожи моей сейчас. Я еще сверху вот таким от Бека. Открываю. В последнее время про него вспомнила, нравится. Ну, очень маленький такой, удобно. И мой любимый парфюм взяла. Мы сейчас собираемся на прогулку. Приехали мы в Рим не просто так. Собственно говоря, у Яна день рождения, у него юбилей, поэтому мы приехали в Рим. И сейчас пойдем гулять с племяшками. Вот, а приехали с родителями, с одними вторыми. Сестра Яна приехала из Польши со своим бойфрендом. И мы сейчас гуляем уже, получается, пойдем гулять. Пока их всех отправили на экскурсию по Риму. Вот, на частную экскурсию. Я думаю, будет очень интересно, так как мы уже основную часть какую-то видели, то сейчас просто пойдем гулять. Отличное всех настроение, несмотря на то, что сегодня дождь, но посмотрим, как погода будет. Нам пока повезло с погодой, еще дождя нет. Но, так сказать, все возможно. Сейчас идем в сторону испанской лестницы, потому что мы долго думали, куда повезти девчонок, они сказали мороженое, поэтому мы идем их на мороженое. На самом деле, настроение было вчера жуткое. У нас был такой мини-инцидент неприятный в аэропорту на прилете. Скажем так, не связанный с нами. Но сейчас все супер. Ян тоже в восторге, рад. Все его поздравляют. Вчера тут не было народу, а сегодня, ну, судя по всему, пока дождя нет, просто толпа. Просто. Все снимаю, как папарацци. Была надежда, что не будет дождя, но нет, все равно идет. Ну а что? Конечно, здесь не так, как такой дождик, знаете, достаточно бережный. Идем в сторону отеля. Сейчас 12 часов с чем-то. Я уже посетила Сефору. Уже в сторону отеля, потому что родители вернулись и должны сейчас вернуться с экскурсии. Видите, дождичек идет вовсю. Вот, девчонки наелись мороженого, попали под дождь. Ну, мы так прогулялись, сейчас, в общем-то, посмотрим, что будем делать дальше.
А вообще решили попить кофе, пойти, и в итоге что-то мы его не попили. Мы шли сюда. Ну, кстати, шли минут 25. Что же в сифорочке взялось? Само. Нет, это не я, и оно само. Sunday Riley взяла два средства, которые у меня были в миниатюре. Мне они очень-очень понравились. Прям буквально за ними и приехала. И вот Summer Fridays взяла маску какую-то другую. Та, которая у нас есть, она прям супер. Поэтому интересно, какая это. Так, это бонус. И Beauty Blender. Вот так вот. Все самое нужное. Все подсвечивается красиво. Все отели. Были мы в таком ресторане. Запоминайте, очень нам понравилось, очень. Всем good night. Сейчас мы все разбредемся. Мы поедем. Кто-то пойдет в магазин, кто-то пойдет в бутик. Что еще? Чтобы всех собрать, это целая история. Балетки не будешь, никакие смотри. Красиво, конечно, у них такое все. Давай. А, тут мужское преимущество, женские сумки. Так, мы уже улетаем в Москву. Ничего мы не купили практически. Мама взяла себе куртку. Вот. Ну, так вот, как-то шопинг прошел не прям классно. Все такие уже чуть уставшие, но все равно довольны. Вот. Если я ничего не буду больше снимать, то увидимся либо в следующем влоге, либо в следующем видео. Всех целую, пока!